Витебскую область надо привести в порядок. Этого потребовал Александр Лукашенко, посещая с рабочей поездкой северный регион страны. Президент акцентировал внимание на четкой аграрной специализации каждого района с учетом природных условий и земель. Новые технологии уборочной сегодня тема номер один. Четкое требование главы государства – все должно прорабатываться и учитываться под высокий результат в аграрном секторе. Всего по Беларуси намолочено почти 4 миллиона тонн зерна. До 20 августа основная уборка будет завершена. Президент поручил не снижать темпы жатвы. Белорусско-китайский форум по коммерциализации результатов научно-технической деятельности проходит в Минске. Белорусская сторона подготовила около 200 инновационных проектов для инвестирования. Это стартапы практически во всех сферах, включая медицину, нанотехнологии и машиностроение. Многие из них получат прописку в индустриальном парке «Великий камень». По итогам планируется подписание соглашений о сотрудничестве с 10 венчурными фондами КНР. До старта Олимпиады остается день. В Олимпийской деревне уже прошла церемония поднятия белорусского флага. А накануне на пресс-конференции с участием мировых лидеров настольного тенниса Владимир Самсонов отвечал на многочисленные вопросы. Белорус впервые сыграл на Олимпиаде 20 лет назад в Атланте. Игры в Рио для него станут шестыми. Одной из первых в борьбу вступит еще одна наша легенда Екатерина Карстен. Белорусскому знаменосцу, велосипедисту Василию Кириенко предстоит гонка уже на следующий день после открытия.